Всем доброе утро и привет! Вы снова на нашем канале. Сегодня 23 декабря и остался один день до Рождества. Еще столько надо успеть и полы помыть, и убраться, и печенюшки еще напечь, и папе закупиться. Папа сейчас наш убежал в магазинчик, надо еще докупить продукты. Для котика туалет обязательно, чтобы после Рождества он был чистенький. Вот... Детишки наши пока мультики смотрят, я тут полы мою на корячках. У нас есть, конечно же, швабра, но я ей не пользуюсь, так как привыкла с детства. Еще с советского времени ползать на корячках и мыть полы руками, а не шваброй. Я рада вас всех видеть на нашем канале. Еще раз доброе утро, день продолжается. Утро только начинается, и день продолжается. И он будет сегодня насыщенным, интересным, разнообразным. Оставайтесь с нами. Всем пока! Папочка наш несет нашу путану. Путы. Краску разлил. Кто краску разлил? Да не с машины. Вытаскивает волосы. Наша соседка напротив купила краску, выходила из машины и разлила ее полностью. Теперь сейчас все там убирает. Ну, оставим ее в покое убираться. Все сегодня немцы убираются перед Рождеством. А папа принес нашу большую путу индейку. Ее надо вытащить, чтобы она разморозилась, потому что 5 килограмм размораживается уже. Да, Мэри Джейн подсказывает, что Дед Мороз придет завтра только. Вот она наша красавица. Девушка-красавица. Мы наконец-то все убрали, все помыли, все почистили. Генеральную уборку рождественскую мы сделали везде. Осталось у нас немного времени. К сожалению, мы сегодня не успели поиграть с детишками, да? Новую игру открыть. У нас остались еще печеньки рождественские. Одни у нас будут шоколадные, а вторые со вкусом апельсина. Я уже один колобок раскатала, сейчас детишки будут делать разные фигурки из формочек. Пока я раскатываю шоколадный. Кто какую формочку хочет? О, одна упала уже, улетела. Джейми, ты какую формочку хочешь сделать? Это что у нас? Это дельфинчик у нас. Джейми хочет дельфинчика делать. Смотрите. Берем так вот и давим. И получается у нас дельфинчик. Аккуратненько обратно кладем. И... О, получается дельфинчик. Дельфинчик откладываем. Мэри Джейн получилась звездочка. Мэри Джейн сильнее надо давить, чтобы... Ну, вот так вот сильнее. Убираем. У нас получилась звездочка. Джимми, какую ты хочешь следующую формочку? Это что у нас попалось? Собачка. А, собачка у нас попалась. Джимми, попробуй сам. Прикладывай. Нет, вот сюда вот поближе. Чтоб все тесто. И дави со всей силы, как ты можешь. Дави сильней. Собачка. У нас получилась собачка. Мы давай вот так вот в сторонку ее будем выкладывать, да? И дельфинчика. Звездочку вытащим, Мэри Джейн. Опс. Мамка немножко. Мы ее оставим тут, чтобы не сломать, да? Thank you.
Один лист у нас готов со вкусом апельсина. Мама, я стройная. Сейчас мы поставим в духовку на 10 минут на 180 градусов. А пока они пекутся, мы сделаем печенюшки из шоколадного теста. Шоколадное тесто у нас готово, раскатано. И теперь мы будем делать фигурки. Я. Я возьму елочку. А Джейми любимую машинку. Одна елочка готова. Ой, хвостик отвалился. Джейми тоже поймал машинку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Мы поехали. Куда мы поехали, Джейми? В лес. Сюда поехали. Наверное, поехали за елочкой. За вот этой вот елочкой. У Джейми машинка получилась, у мамки елочка не получилась. Я еще раз попробую елочку сделать. У Джейми еще одна машинка получилась. А получится ли у меня елочка? Никак не отлепляется елочка. Только дырка от елочки получилась. Джейми тоже хочет елочку сделать. Тоже елочка получилась. Никак. Все. Наши печенюшки готовы. Папа разогрел глазурь. Очень похожая, очень интересная такая глазурь. Белая. Ванильная. Ванильная. Я могу попробовать. Вкусненько так как. Что же это напоминает, а? Все попробовали? Эми тоже попробует. Мне это на что-то напоминает? Нет. Не могу вспомнить. Что же это так давно, наверное, было? Что ж не могу вспомнить? Ну да ладно. Мы сейчас это намажем. История дня. Когда мы начали... Вернее, я начала переносить второй вот такой вот листочек в бак папье. Я опять забыла, как это по-русски называется. Давайте все вместе... Пергаментная бумага. Да, смотрите. Пергаментная бумага. Ударение папа правильно надо ставить. Мне простительно. Тебе простительно. Мне тоже простительно, да? Что я учу немецкий. Давайте учить немецкий вместе. История продолжается. Я начала переносить пергаментную бумагу с печенюшками, еще сырыми, на противень. У меня все выпало из рук. И все печенюшки упали на пол. Я долго плакала. Я это снимать не хотел. Да, а то у меня плохо было. Потом. Почему? А иногда, когда снимают тебя, тебе становится весело. Нет, ну, конечно, тебе в тот момент не весело. Нет, было. В тот момент, да, конечно, было не весело. Ты сидела, но... как у разбитого корыта. Да, у разбитого корыта. Это я только у разбитого... Как она называется, Петя? В общем, пергаментной бумаги. Вот видите, мы глаза все заплаканы, все. Ну ничего. Любимый меня успокоил, сказал, бывает всякое. Это полчаса позже. А, полчаса позже. У нас история была однажды тоже с едой. Четыре...
4 года или 5 лет назад. Смотри, пожалуйста. Саша доставал 3-литровую банку капусты, которую я засолила из холодильника. Целую банку капусты. И он ее роняет. Знаете, такой эффект был замедленного действия. Я сижу на стуле на кухне и вижу, как из рук выпадает 3-литровая банка капусты, только что сделанная. Это было круто. Нет, никто никого не убил, все живы, как видите. Я даже не ругалась, сказала, ну ладно, бывает, на счастье. Видите, какое счастье. До сих пор еще вместе, никто никого не убил. И вот сегодня часть печенюшек оказалась на полу. Но мы не унываем, дети жуют уже вовсю наши печенюшки. День продолжается дальше. Кто-то слипся. День продолжается дальше. Елочка наша засыпалась. Мне кажется, вся кухня засыпалась. Зато все сладкое, вкусное. Пахнет корицей, апельсинами. И тапсо. Шоколадом. И вот такой вот помадкой, похожей на что-то. Наступил вечер. Наши чижики наконец-то уснули. Папа там сейчас включит наш камин домашний, телевизионный. И мы будем дальше продолжать готовиться к Рождеству. Все подарки запакованы, печенюшки состряпаны. Наша путана. Путы, то бишь индюшка, размораживается. Надеемся, она к завтрашнему дню разморозится 5 килограмм. Толстенькая, жирненькая. Папа самую лучшую выбрал. Да, я у них самая голодная. Очень много кушаю, он все возмущается. Как я приехала к нему, так говорит, у него холодильник постоянно пустой. Все время был забит и забит, а сейчас он пустой. Это я просто убралась там. Да. Все поставила на свои места. В доме хозяйки не было. Поэтому все было забито, никто ничего не ел. Все тухло, а потом выкидывал. Зато сейчас есть нечего. А сейчас есть нечего. Но я вам покажу, что у нас есть нечего. Хотела вам показать, как мы все украсили в нашем зале. Это наш любимый камин, который включается каждый вечер. Правда, не греет, но красиво. Как же без Дедушки Мороза? Обязательно он с нами. Олень, который возит сани с большими подарками для всех. Это наша рождественская елочка, которую мы нарядили на прошлой неделе с детишками. Хотя у нас в этом году снега не ожидается, как и в прошлые года. Но у нас есть снеговик. Вот такая вот у нас елочка. А вот этот ангелочек называется Крискинд. Некоторым немцам приходит вместо Вайнерсмана Крискинд и дарит подарки. А к нам приходит Дед Мороз. Маленькая фея.
хочу вам показать очень старые, дорогие игрушки для каждого немца. Если вы хотите на Рождество или какой-то презент немцу привезти, то привозите и дарите или щелкунчика такого деревянного, или какую-нибудь деревянную игрушку наподобие вот этой вот карусельки. Им уже около 30 лет, они очень старенькие, здесь уже бородка отлепляется, глазки где-то потерялись, но он еще функционирует, у него рот открывается. Ам-ам-ам-ам. И вот такая вот каруселька со зверюшками. Детишки уже половина зверюшек разобрали. И она даже крутится. Сейчас крутить не буду, а то упадет. Папа будет очень сильно ругаться. Вообще я вам хочу рассказать и показать. Папа у нас работает, мешает маме. Это называется Advent Calendar. Это для Джейми, а другой для Мэри Джейн. Состоит он из 24 конвертиков. Каждый день с 1 декабря детишки открывают по одному кулечку и находят там сладости. Эта традиция пошла с 19 века. Евангелики рисовали палочки, а детишки каждый день зачеркивали до Рождества 24 палочки, а католики собирали соломинки, так 24 соломинки. И только в 30-х годах, в 1930 году появился календарь с окошечками, который открываешь, а там сладости. Ну, сейчас в наше время календари бывают очень разные, там и косметика, и бижутерия, и все тематические какие-то фигнюшки, игрушки и тому подобное. Здесь два таких знаменательных дня, это 6 декабря, у нас вот так вот с елочками получился, и тоже вот. Это день, когда приходит Николаус. Он покровитель бедных, моряков и путешественников. Маленькая история, связанная с Николаусом. 5 вечером числа детишки чистят свою обувь и ставят ее возле двери. И на утро 6 декабря Николаус приносит фрукты, орешки и сладости, кладет в их начищенную обувь. А кто себя плохо вел? Да, папа? Приносит прут и ставит тоже в обувь. Мы все грозимся нашим детишкам прут поставить, но они все время получают сладости. И второй знаменательный день — это, конечно же, Рождество, 24 декабря. И у нас остался последний конвертик, который надо будет завтра открыть детишкам. Они ждут, не дождутся его. Возле папы горят 4 свечки. Называется это Адвентскранц. Папа его сам собирал. Очень красивый, из еловых веточек, шишечек и 4 свечки. Каждое воскресенье до Рождества, до 24-го, 4 воскресенья зажигаются по одной свечке. Очень красиво, считаю. Получилось. Да, пап? Да. Да. Надеюсь. Дожил. Дожил до Рождества. Но еще одна ночь осталась. Не до Рождества, еще две ночи. А, две ночи еще осталось. Вот такие вот у нас штучки. Я вам покажу наши печенюшки, которые получились. Часть печенюшек. Другая часть, к сожалению, у нас пропала. Так как упала и пропала.
Ну, вот такие вот печенюшки. Детишки помогли украсить. Ну, это наши ванильные печенюшки. Здесь моя еще работа. Хочу нашей бабушке подарить вот такую вот рождественскую снежную небольшую картинку. Осталось еще немножко дорисовать. Нашей маме. Для детишек она бабушка. Вот еще одна елочка. И маленький Дед Морозик, который висит у нас на люстре. А где же наш зверь-то спит? Вот наш зверь. О! Вставай, хватит спать, он опять спит. Мур-мур-мур. Я хотела вам еще показать вот такой вот паровозик пряничный. Это мы с детишками его смастерили. Мы его поставили повыше на шкафчик, чтобы они его раньше времени не скушали. Вообще это как украшение идет. Практически каждый ребенок в Германии делает или пряничный домик, или паровозик. О, папа там. И я. А под елкой наш пушистик. Это наши подарки. Кыш-кыш-кыш. Дэнни, это наши подарки. Два подарочка, которые принес Дедушка Мороз. А вообще, если по секрету, эти подарочки для Саши и меня сделали наши детишки в садике. Мы еще не знаем, что там вообще. Это секрет. Ну, такие вот подарочки от Дедушки Мороза. Пришел обратно. Вы представляете? За 7 лет, сколько мы живем с Сашей вместе, мы еще ни разу не встречали Рождество. И в этом году будет первый раз. И первый раз это будет в Германии. Я 7 лет об этом мечтала, загадывала каждый год, и вот наконец-то это получилось, это сбылось. Это как, знаете, это как в сказке. Все. И вся эта атмосфера, все эти приготовления и чувство сказочности, и все вокруг такое вот. Твои? Ну, твои. А почему мои? Когда печенюшки падают. Ну, это печенюшки падают, это у всех бывает. Жалко, конечно, печенюшки, но половина осталась. Это сказочное время, которое я, наверное, никогда в жизни не забуду. В принципе, каждый момент, все эти 7 лет очень глубоко остались в памяти. Я это все помню. Надеюсь, любимый, ты тоже помнишь. Такое не забудешь. Да, такое не забудешь. Ну, наверное, потому что я тебя так сильно люблю. И я тебя. Ну, ты меня тоже. Смеется. А если так подумать, любовь бывает только один раз в жизни. А все остальное это так, влюбленность. И те люди, которые это чувство получили в своей жизни, или когда были молодые, или в уже зрелом возрасте, или в старости, это очень счастливые люди. И за каждый прожитый день готов отдать жизнь. Пусть даже это будет короткое время, но ради этого стоит жить. Встречать Рождество вместе. Да, и слушать истерики своих любимых.
и когда печеньки падают, и банки с квашеной капустой. Впервые я что-то разбил. Да, представляете, впервые в жизни, но это случилось опять же со мной, да? И твоя любимая капуста. И моя любимая капуста, да. А так как я Сашу очень люблю, то я его пожалела. Он больше расстроился, чем я. Но это же всего лишь капуста. Это так же, как сегодня сказал. Но это же всего лишь печеньки. Вот из этого состоит жизнь. Из печенек, из капусты квашеной. Из банок разбитых. И не только банок. Я? И вот таких вот хороших пушистых зверей. Из наших маленьких безобразников, которые на ушах стоят. А потом они, когда засыпают, думаешь, хи прекрасные дети. До утра. Да, они и так прекрасны. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас смотрите, мы вам нравимся. Итак, до завтра. Всем спокойной ночи и прекрасного будущего дня. Всем пока!